вся Италия находится на карантине из-за эпидемии этого страшного заболевания. В стране запрещены массовые мероприятия, гражданам рекомендуют оставаться дома. Серьезные ограничительные меры вступили в силу и в Израиле. Власти ввели обязательный двухнедельный карантин на дому для всех, кто прибывает в страну. За несоблюдение карантина грозит 7 лет тюрьмы. О том, что еще предпринимают страны, чтобы остановить COVID-19, готов рассказать Асем Хасенхаза. Да, у нас повсеместно отменяются массовые мероприятия, это и форумы, и соревнования, и народные гуляния, и концерты. И хотя ВОЗ настроены весьма оптимистично, эксперты не исключают угрозы реальной пандемии. Вот так сегодня выглядят города Италии. Пустые улицы, кафе, минимум туристов. На карантине вся страна. Массовые мероприятия под запретом. Матчи перенесены, закрыты школы и университеты. Передвижения между провинциями разрешены только для работы и для лечения. В магазинах покупатели должны находиться друг от друга на расстоянии не менее 1 метра. Поверьте, решение далось мне нелегко. Я полностью осознаю серьезность этих мер, но я был вынужден вмешаться в ситуацию. Сегодня момент великой ответственности для всех нас, и я не исключение. Правильным решением будет остаться дома. Меры по борьбе с коронавирусом привели к насильственным смертям. Сразу в нескольких тюрьмах Италии бунтуют заключенные. Причина – отмена свиданий с родственниками. Беспорядки зафиксированы в 25 учреждениях, в том числе в Риме, Неаполе и Милане. На сегодняшний день Италия не только главный европейский, но и мировой центр распространения коронавируса. В стране более 9 тысяч заболевших. Почти 500 человек умерли. Местные жители в панике скупают продукты. Огромные очереди только, чтобы попасть в магазины. На вокзалах также очереди. Все боятся, что передвижения могут запретить вообще. Когда поезд приехал во Флоренцию, всех пассажиров попросили выйти и заполнить анкеты. После полицейский сфотографировал всех. Полицейские спросили меня, зачем я приехал во Флоренцию, но я тут живу, работаю, поэтому я здесь. Я заметила, что все пассажиры соблюдают меры предосторожности, многие в масках, и все стараются сидеть подальше друг от друга. Из-за коронавируса летают почти пустые самолеты. Совершать такие рейсы призраки авиакомпании вынуждены, чтобы не потерять слоты на посадку, стоянку и взлет в аэропортах. Этого требует действующее в Европе правило «используй или потеряешь». Такую картину сегодня можно наблюдать во многих странах Старого Света, а также США. В Америке из-за вируса чрезвычайное положение введено в 8 штатах. Ранее в СМИ появилась информация, что жители Нью-Йорка в ожидании скорой эпидемии скупают в магазинах продукты питания, предметы первой необходимости, антисептики и маски. Однако, как сообщает наш собственный корреспондент в США Майра Абдрахманова, в магазинах спокойно, никакой паники не наблюдается. Переживать не о чем, все в порядке, дефицита продуктов нет, как видите, полки заполнены продуктами. А в Израиле ввели двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. За его несоблюдение предусмотрена уголовная ответственность от 3 до 7 лет лишения свободы. Уже возбуждено 9 уголовных дел. На такие строгие меры власти пошли в том числе из-за того, что коронавирус обнаружили в палестинской автономии, в главном центре туризма, городе Вифлеем. Именно этого опасались местные эпидемиологи. Дело в том, что уровень медицины в автономии ниже израильского. Там царит антисанитария, также наблюдаются проблемы с водой и канализации. За последние несколько дней в городе побывало 5000 туристов. Их срочно отправили из города. Сейчас в Вифлееме около 1,5 сотен иностранцев, и они покинут Вифлеем в ближайшие 24 часа. Гендиректор ВОЗ в связи со стремительным распространением вируса не исключил пандемию COVID-19. На этом фоне хорошие новости, как ни странно, приходят из КНР. За сутки там зафиксировали всего 19 заболевших. Ну а главным свидетельством того, что ситуация изменилась в лучшую сторону, стала поездка председателя Китая Си Цзиньпиня в Ухань, откуда, напомню, и началось распространение новой заразы.
Амаз, у меня на этом все. Спасибо. Мы сменим тему и продолжим выпуск новостями в Казахстане.